Трагическая история Анастасии Заворотнюк не оставила никого равнодушным. Ежедневно россияне ищут все новые и новые подробности состояния звезды сериала «Моя прекрасная няня». На вопрос, почему поклонники не могут оставить семью актрисы в покое, ответил специалист. По словам психолога Григория Никонова, у каждого читателя есть своя личная причина. Один радуется тому, что он здоров, пока более успешный и известный человек страдает от физической боли. Другой хочет разнообразить свою скучную жизнь скандальными новостями. Наиболее распространенной причиной является внутренняя тяга к сопереживанию. Кому-то приятно занимать сострадающую позицию, то есть сверху вниз, по отношению к тем, кто раньше находился сверху, и они находят в этом своеобразное удовлетворение, отметил специалист в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда». Григорий Никонов добавил, что сопереживать чужому горю гораздо проще, чем радоваться победам. Сопереживание кому-то обеспечивается эмпатией, а это почти что организменная функция, тогда как сорадоваться сложнее, так как требует душевных усилий и великодушия, подчеркнул психолог. Но в то же время есть группа людей, которые искренне сочувствуют знаменитым людям. Это связано с тем, что звезда ассоциируется у них с определенным периодом собственной жизни. Кто-то сострадает любимым знаменитостям, потому что это люди моей молодости, и они правда им сострадают и переживают за них, это совершенно добрый посыл, заключил специалист.